Первый раунд. В красном углу ринга готовится к продолжению поединка Евсеев Егор, Республика Сакаев-Укия, город Якутск. Боксом занимается 8 лет, учет боям не ведет. Он кандидат в мастера спорта, тренируется под руководством тренера Руфо. Красный угол, Евсеев Егор, Республика Саха-Якутия. Секунданты за ринг. Второй раунд. Хорошо! Забивай! Сейчас!
Отратай! Поединка Небиев Эмир Асан, Республика Крым. Эмир Асан 1990 года рождения. Он из города Симферополя, мастер спорта международного класса. Он является призером чемпионатов Украины 2009-2013 году, победителем международных турниров и участником чемпионата мира. Тренируется под руководством тренеров Спирина и Карандея. Синий угол, Небиев Эмир Асан, Республика Крым. Секундант Тезарин. Третий раунд. Я еду в 10
Вот чем тяжелее, тем... Приготовиться к 10-й паре боксеров. Рыбалка Павел, Пензенская область, Рощин Юрий, Донецкая Народная Республика. Судейская пара, судейская бригада 10-й пары. Рефери Корчагин, боковые судьи Селиванов, Аджимуратов, Романенко. А в этом бою единогласно решение судей победу одержал Евсеев Егор. Красный угол ринга, Республика Саха-Якутия.